Кому сказала? Вещи не трогай! Взрослая типа, вот и вали давай! Тебе есть где жить? Да ну нахрен, как отец откинется, к нему перееду. Не видишь, я работаю. Почему не зашел? Дел до хрена. Мы это уже обсуждали, Мо. По закону он теперь тебе никто. Опять явилась, что я тебе говорил? Я с тренировки по борьбе иду, чтоб ты знал. Не знал, что в мужскую команду девчонок берут. Приходи, сам увидишь. Следующий, поставь ее на место. Похоже, у нас тут новая звезда. Раз, два, три, победители не трусят. Трусы не побеждают. Вперед, Мо, начали. Знаю, у тебя не жизнь, а пи***ц. После того, как мать твоя умерла, у меня других вариантов не осталось. Эй, ах так значит? Вот выйдем в финал, а там тебе и стипендию дадут. Слушай, ты можешь стать легендой, и не просто в какой-то занюханной школе. Смотри на них и учись. Ну что, готово? Или как? Так, ребята, слушаем меня внимательно. Поражений не существует. Бывают только победы и уроки. Пожмите руки. Джеб, Джеб, прямой! Давай! Эй, ты что творишь? Рассказывай, что там у вас с отцом, или исключу из команды. Если я не могу тебе доверять, я не смогу тебе помочь. Кулаки подняла! Где деньги? Блядь, монет. Вставай, поднимайся! Переворот, переворот! Ты чем там занимаешься, Мо? Бей, Мо, не сдавайся! Ты выплывешь или пойдешь ко дну? Первый поединок. 30 марта.